Всех приветствую, дорогие друзья, и это второй выпуск серии передач, который я назвал «Ритмология». Тут мы говорим о музыке фанк. А сейчас попробуем повторить примерно картину прошлого занятия, возьмем еще одну ритмическую картинку и попробуем также с ней позаниматься. Ну что, недолго думая, поехали! В принципе, у меня получилось незатейливо и просто, может быть, тривиально, но все-таки это фанковый стандарт, и уже больше что-то так ближе к хард-року. Я даже немножко примочечки зарядил, чтобы так немного подгуживало. Вот, поступило точно так же, как и на прошлом занятии. Я взял какие-то барабаны, на них набросал бас, и вот буквально за минут 10 до видео я надринкал какую-то картинку. Сложная, несложная. Кому достаточно простая, закрывайте видео, занимайтесь другими делами. Кому интересно, продолжаем. Разберем все детально. Итак, тональность у нас ля минор. Я в дебри не уходил, взял как можно проще. И аппликатуры тоже достаточно простые, поскольку мы опять же будем заниматься исключительно правой рукой. И как я обещал одному из ребят, которые комментировали прежнее видео, поговорим немного также и о медиаторе, потому что эту картинку я играл уже с медиатором. Хотя, в принципе, можно было и пальцами, но такой настойчивой и упертой она бы не была, как прежняя, потому что эта картинка немножко более яркая, более такая насыщенная, более движниковая, в ней больше этого пульса, потому что пульс я играл 16-ми, сейчас я об этом расскажу. Вот поэтому все-таки я выбрал медиатор, а не пальцы и не ногти. Тональность ля минор, продолжаем, то есть начинаем. Играю, отталкиваясь от микробаре, получается, то есть как вот стандартная, да, так скажем, стандартная форма всем известного аккорда ля минор, который мы берем на пятом ладу баре, только вот получается без безымянного и мизинца мы держим 4 струны. То есть микробарешно вот так вот. Здесь мы мизинчиком прижимаем ноту до. Получается аккорд ля минор. Ну, в голосе у нас нота до. Дальше. Это у нас девятка, нон-аккорд. И снова ля минор. То есть получается ля минор в голосе с до, в голосе с си и в голосе с тоникой с нотой ля. А дальше все еще более очевидно, поскольку я далеко не шагал и взял субдоминанту и доминанту. То есть у нас здесь, ну, можно сыграть, в принципе, вот нон-аккорд. Можно сыграть и септ-аккорд. Но об этом, наверное, мы не будем долго разговаривать. Вообще, в принципе, не будем. Возьмем вот просто три пальца. Черепашка-ниндзя. Вот так вот. И возьмем дорийский аккорд, это аккорд четвертой ступени, об этом я уже говорил в некоторых видео своих, почему это дорийский аккорд. Это ноты ре, фа диез и до. Остальные ноты можно глушить мизинцем там, да, чтобы звучали только эти ноты. Дальше двигаемся на доминанту, и здесь я играю аккорд с расщепленной терцией. У нас, в принципе, та же самая форма, которую мы играли вот тон назад, да, на субдоминанте, на ноте ре. Только на пятой ступени мы играем ноту ми, соль диез и ре. Такой треугольничек. И мизинцем мы здесь зажимаем ноту соль.
Вот у нас и появилась та самая расщепленная терция, потому что в этом аккорде, вот она у нас внизу, то есть внутри самого аккорда, внизу по голосу, у нас лежит нота соль диез, что свойственно в контексте данной тональности для доминант септаккорда, то есть повышенная седьмая ступень, и вот у нас в этом аккорде это есть. Но нота соль, вот она, если мы возьмем, здесь у нас будет тогда малая терция, она у нас лежит в голосе аккорда. Получается, у нас в одном аккорде есть нота и соль диез, и нота соль. Соответственно, у нас получается как бы терция разбита, но разбита по регистру. В одном случае, ну, в одной части аккорда она лежит внизу, вот здесь вот, где у меня указательный палец, это соль диез. А мизинцем я зажимаю соль. Получается как бы вот, вот такой вот интервал. Не слишком приятно на слух в первый раз. Догадайтесь, что за интервал, это вам домашнее задание. Вот, дальше. Это у нас чисто теоретическая часть, и теперь давайте непосредственно к ритмике, и больше все-таки к практике, а не к разглагольствованию о том, сколько чего и когда нужно играть. Давайте попробуем вникнуть именно в грувятник композиции. Это у нас четвертные ноты, да? Сейчас будет восьмушки, мы ускоримся вдвое. Нога у меня продолжает топать четвертные. Вот это шестнадцатые. Получается, относительно всей формы нашей композиции, ее контрапункта, то есть движения всех инструментов внутри друг друга, мы играем картинку шестнадцатыми. А все остальные синкопы, вся вот эта вот, весь этот кач музыкальный, его нужно почувствовать. Я бы очень не хотел, как я говорил на прошлом занятии, это все втолковывать и объяснять. Иначе мы просто заучим картинку. И какой смысл от того, что вы ее заучите? Нужно, чтобы вы примерно поняли, как и около вокруг этого плясать, и могли, взяв за основу этот паттерн, который я сейчас буду, да, с вами разбирать по руке, здесь уже, как-то сами делать какие-то отступления. Пробовать сыграть чуть кривее, чуть ровнее, с оттяжечкой, может, треугольной, где-то квартольной, квинтольной, но об этом чуть позже. Что у нас здесь есть? Шестнадцатые. Опять же, как и в прошлый раз, попробуем просто вот поиграть их ровно, да? Как можно меньше акцентуя даже, вот просто ровные ноты. Абсолютно никакой опоры, то есть никакой сильной доли. А вот теперь попробуем выделять сильную долю. И вот на этом пульсе у нас держится все остальное. Получается, все, мы не создавая, как в прошлой картинке, да, которая была в первом занятии, никаких даунстроков, никаких там двойных, тройных вот этих хуков. Мы просто нарисовали картинку, что делая? Играя чуть громче те удары, выделяя их. По сути, вот что получается. И на общем пульсе и вторая часть. Здесь все на переменном штрихе. Получается, мы в этот раз двигаем рукой постоянно переменно. Еще раз. Первый кусок картинки. Попробуйте с этой частью позаниматься. Думаю, тут, ну, куда уж совсем непонятно. То есть двигаем вверх-вниз, пытаемся слышать, как мы чуть сильнее атакуем.
То есть у нас все вот эти вот основные удары, они приходятся на движение вниз. И самый последний удар, да? Раз, два, три. Он идет вверх, четвертый удар. Вот эти вот основные атаки. И в целом... Вот такое у нас должно что-то получиться. То есть такатам, такатам, такатакататам. Как я уже говорил в прежнем занятии, и не устану повторять в последующих, и в этот раз еще раз повторюсь, не забывайте, проговаривайте всегда себе ритм. Стучите там по товарищу по голове, стучите себе по коленкам, стучите там по рулю автомобиля, когда где-то там в пробках стоите. Всегда пытайтесь сопровождать какими-то действиями, физическим выражением тот ритм, который у вас сидит в голове. Либо проговаривать, либо стучать. Вот. Ну, что у нас здесь получается? Если мы соединим две руки, то у нас... То есть мы играем сначала вот по ля минору с до, а потом, соответственно, указательный палец остается один. То есть у нас... Мизинец сдвинули на си. Подняли. Ну, вот так вот получается. Ну, дальше идем на четвертую ступень. Тут у нас ре. Ну, таким образом, которым я его держу, если возвратиться к теоретическому моменту, у меня получается просто септаккорд. И далее будет слайд. Это доминант септаккорда. Картинка, в принципе, та же остается. Хотя на самом деле, как я уже говорил, можно пытаться разнообразить. Здесь слайд очень многое дает. Он дополняет, выполняет функцию еще одного удара. Мы, получается, как бы пропускаем движение рукой. Рука тут ничего не делает, мы ударяем вниз и вверх тут не идем. Чуть-чуть ждем какое-то время, пока проскользим на тон выше. Попробуем повторить все вместе очень медленно. Быстрее. Ну, а по поводу, что медиатор или пальцы, если вообще говорить и очень так кардинально ставить вопрос, то ответ однозначный. И то, и другое, и никаких обсуждений. То есть любой более-менее адекватный гитарист должен хоть каким-то образом толково владеть и как медиатором, так и пальцами по отдельности. То есть, само собой, это вне обсуждения. Гибридная техника – это уже ваш выбор, там, учиться с пальцами. Вообще-то, на самом деле, это очень полезная и очень занимательная вещь в плане возможностей. Вот. Ну, а то, как извлечь медиатором, то есть, да, у медиатора больше преимуществ, потому что вы можете сыграть штрих, потому что вы можете сыграть невероятное количество форшлагов каких-то более сложных, каких-то мелизмов, да, скажем, тех деталей, которые как раз-таки создают именно сольный компонент. А если говорить все-таки о мягкости, о подаче, там, да, вот какую-нибудь старую легенду там вспомним, ну, не знаю, это, наверное, не легенда все-таки, а реальная история о том, что вот в композиции «Smoke on the Water» Блэкмор играл вот эту вот замечательную риф, всем известно, да? Не таким образом, как я сейчас играю, а играл именно пальчиками. Сейчас
сыграть эту же картинку медиатором. Она достаточно ярко получается медиатором, и пульсация такая открытая и четкая. А если я сыграю без него, ну, глуше слушается, уже прямо сразу слышно, насколько такой, как будто бы середины не хватает где-то, да, эквалайзером приподнимать придется, какая-то воздушность появилась. То есть пальцы делают свое дело, они играют мягче, тем более, что я играю как бы, да, частью вот ногтя, вот даже тут видно от струн вот эта запачканность на ногте, на указательном пальце, и мякоть указательного пальца получается вот так вот, учитывая то, что я здесь держу медиатор. А если нужно, вот у меня медиатор опять в руке оказывается, и я опять его, если надо, прячу, если надо, беру. То есть, это по поводу того, если вы хотите играть и пальцами, и медиатором, то есть, и, ну, гибридной техники еще недостаточно хорошо научились, хотя потому что, на самом деле, можно медиатор в руке оставить и попробовать играть только вот этими пальцами. Ну что, будем прощаться. До скорых встреч, успехов вам в занятиях. И если, опять же, что-то заинтересует, если что-то нужно, спрашивайте, пишите в личку, пишите в комменты, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Будем дружить, заниматься хорошим и праведным делом в виде просвещения непросвещенных в музыке. Все, до свидания, ребят. We'll be right back.